говорят, дешевле продали. Была распродажа, вы разве не знали? Белые в моде, красные тоже, черные и синих модней, но дороже. Хочется мне купить все и сразу: чайник, пиджак, штукатурку и стразы, белого котика, тертые джинсы, шкаф, помидоры и то, что мне снится. Хочется в отпуск рвануть на Багамы, шаль и носки для мужа и мамы, туфли хочу с крокодиловой кожи, машину как ту, что на эту похожа. Хочется мне, я иду покупаю. Где рассказать? Все, тогда начинаю. Что остается делать тем женщинам, у которых нестандартный размер ноги? В первую очередь им не нужно расстраиваться, а стоит зайти в магазин «Виктория», который специализируется на продаже обуви для женщин с большим размером ноги или на полную ногу. Здесь в широком ассортименте представлена обувь до 45 размера известных брендов Laura Poti и Stella Dior. Все изделия выполнены из натуральной кожи, замши, эксклюзивных тканей, актуальных расцветок и фактур. Виктория сломала стереотипы и доказала, что обувь больших размеров может быть удобной, изящной и красивой, быть украшенной вставками, цветами, стразами и другими яркими деталями. Вся обувь, представленная в магазине, подтверждает мнение о том, что комфорт – это то, что вы не видите, но то, что вы чувствуете. Это мягкие, уютные модели, колодка которых дорабатывается с учетом особенностей стопы российских потребителей. В Виктории найдете модели с широкой носочной частью на эластичной подошве или на небольшом устойчивом каблучке. Разнообразие фасонов и дизайнов обуви позволит женщине подобрать подходящую обувь на любой случай жизни. В Виктории можно купить замшевые полусапожки, босоножки, удобные ботинки для ежедневного использования, изысканные туфли на высоком каблуке для торжественных случаев. Несмотря на холодное время года, полки магазина пестрят яркими моделями. Такие цвета актуальны в каждом сезоне, ведь они делают образ броским, дерзким и стильным. В магазине «Виктория» представлены женские сапоги больших размеров, которые созданы специально для полных ног. Безупречное исполнение и продуманная форма – вот главный секрет этой обуви. Качественно обработанная кожа или замша прослужит несколько сезонов активной носки в любых условиях. Такой паре нога дышит, не устает и не отекает к концу дня. Магазин также предлагает стильные модели для миниатюрных ножек. Это обувь нестандартных размеров от 32 до 35. Теперь и современным золушкам есть из чего выбирать. Ассортимент очень интересен и разнообразен. Туфли, балетки, ботильоны, сапоги маленьких размеров производятся в соответствии со всеми модными тенденциями. Вся обувь в этом магазине представлена по выгодным ценам, что не может не радовать женщин. Кроме того, здесь всегда идут навстречу покупателю, делая хорошие скидки и устраивая распродажи. Также «Виктория» предлагает широкий выбор мужских моделей, начиная от простых туфель для повседневной носки и заканчивая классической мужской обувью до 50 размера. В мужской коллекции представлена обувь для отдыха, удобные мокасины, стильные полуботинки из натуральной кожи. Если вы все еще задаете себе вопрос, где купить обувь нестандартных размеров, тогда вам по адресу город Анапа, торговый центр «Три кита», второй этаж. Летящая походка может быть только в хорошей, добротной обуви. Удобная колодка, качественная кожа, изящный дизайн. Обувь лучших европейских производителей в Анапе можно найти в магазине «Променад». Обувь из Финляндии, Швейцарии, Испании, Франции, Италии, Германии, Португалии и даже Бразилии в широком ассортименте. Финны сами возделывают кожу, шьют обувь вручную. Каждая пара проходит 180-200 рук. «Енита» – это исключительное качество работы. Уникальная обработка кожи, запатентованная методика кроя, ортопедическая колодка. Гарантирован долгий срок службы не менее 10 лет. Немецкая обувь «Йомас» идеально подходит для анапских зим и осенне-весеннего сезона. Обувь непромокаемая и не скользкая за счет специального состава подошвы. В Краснодарском крае обувь «Йомас» – большая редкость. «Каприз» – изысканная обувь для тех, кто ценит практичность и не желает знать, что такое усталость. Воздухопроницаемые стельки и амортизирующий каблук – модные тренды для любого стиля. Главное достоинство швейцарской обуви фирмы «Рикер» – каблук-антишок, снижающий силу толчка и нагрузку на позвоночник и суставы. В магазине «Променад» вы найдете лучшие модели европейских брендов по демократичным ценам: «Енита», «Йомас», «Каприз», «Рикер», «Амбель», «Топман», «Манис», «Азалия» и другие. Помимо качественной обуви, в «Променаде» широко представлены изделия из польского трикотажа «Вадима». Компания сама производит ткани, либо использует для пошива итальянский хлопок. Одежда для дома, сна и отдыха – тонкая, легкая и невероятно комфортная. Трикотаж не вытягивается после стирки, не выгорает, сохраняет форму за счет качественного тройного шва. Яркие расцветки помогут внести немного красок в домашний быт. Легкие сорочки, пеньюары, ласковые.
шелковые пижамы. Домашний халат тоже может быть модным и красивым. Отдельная линия блузки, традиционные модели и модные тенденции по доступной цене. В магазине вы найдете элегантные белорусские платья фирмы «Кондра». Настоящий деловой шик. Коллекции постоянно обновляются. Подарки можно приобрести на любой бюджет. Кружевное постельное белье, халаты и полотенца из бамбука, двусторонние покрывала, наборы для сауны, скатерти с сервировочными салфетками. А полотенце – это просто произведение искусства с вышивкой, стразами, оригинальными принтами. Для постоянных покупателей и при комплексной закупке приятные скидки. Все только самое красивое и качественное. Приятная атмосфера, ненавязчивый сервис и уникальный ассортимент вам обязательно понравятся. Захочется еще не раз прийти в магазин «Променад» по адресу улица Крымская, 90. Многопрофильная фирма «Спецметаллоконструкция» уже более 20 лет работает на рынке Юга России. Отличительная черта предприятия – наличие собственных производственных помещений и высококачественного оборудования. С момента открытия фирма занимается изготовлением металлоконструкций. Предприятие производит и устанавливает детские городки, качели, песочницы, спортивное оборудование, беседки, скамьи, а также стальные двери, ворота, решетки, перила. А в 2002 году здесь появилось новое направление – изготовление мебели на металлокаркасе. Это депозитные ячейки, кровати, столы, стулья, сейфы и многое другое. При производстве применяется порошковое покрытие, что дает радугу цветов, повышает коррозийную и механическую стойкость изделия. Фирма вплотную занимается комплексным оснащением гостиниц, санаториев, детских здравниц. Это изготовление корпусной мебели для гостиных, спален, кабинетов, прихожих, кухонь, а также производством барных стоек и стоек ресепшн. Ценовая политика дает возможность выбрать набор мебели для гостиниц стоимостью от 18 тысяч рублей. Поклонники модных направлений непременно обратят внимание на комплект в итальянском стиле. Вся мебель производится на немецком оборудовании и только из современных экологически чистых материалов, высококачественных плит ЛДСП и МДФ. Изделие выполняется по размерам клиента и с использованием итальянской и немецкой фурнитуры. При заказе вы получаете здесь весь спектр дополнительных услуг. Это выезд дизайнера на объект, разработка эскиза изделия и подготовка проектов расстановки мебели. Все это осуществляется бесплатно, вовремя и в срок. Фабрика «Спецметаллоконструкция» занимается собственным производством фасадов МДФ. С образцами вы можете ознакомиться в офисе предприятия. Фасады из МДФ долгие годы будут радовать хозяев своей надежностью, неприхотливостью в уходе, а также привлекательным внешним видом. Они могут быть оформлены в любом цвете – с матовым, глянцевым или перламутровым эффектом. Также компания изготавливает каменные столешницы. Мебельная фабрика «Спецметаллоконструкция» предлагает широкий выбор кухонь из массива, пластика, а также кухни из МДФ по вашим индивидуальным параметрам. В их числе есть как небольшие коллекции с минимальным числом предметов мебели, которые подойдут для небольших помещений, так и крупные комплекты. Качество продукции компании «Спецметаллоконструкция» обеспечивается современным оборудованием, строгим соблюдением технологий, высоким профессиональным уровнем подготовки сотрудников. Вас ждут с 8 утра до 5 вечера по адресу город Анапа, станица Анапская, улица Шевченко, 2Ж, а также на Анапском шоссе 1Б на третьем этаже мебельного салона «Стиль». Учитывая пожелания и потребности своих маленьких покупателей, магазин «Модная школа» расширяет свои границы. Теперь помимо элегантной школьной формы представлена коллекция верхней одежды. Здесь есть все – джемперы, шапочки самого различного дизайна, куртки, плащи, пальто. «Модная школа» научит идти в ногу со временем, одеваться стильно и красиво. Сегодня это актуально не только для взрослых, но и для детей. Уже появились карнавальные костюмы для детей и взрослых. Здесь мы стараемся охватить аудиторию и детского сада, приглашаем всех родителей, детей детсадовского возраста, для того, чтобы можно было детей красиво, нарядно одеть к Новому году. Разнообразные ассортименты для девочек и для мальчиков. Новый год – одно из самых ярких событий. Создание карнавального костюма для ребенка – важный вопрос. В магазине представлены различные виды костюмов, в которых малышам будет комфортно, а родителей приятно удивят цены. Дети смогут почувствовать себя персонажем любимого мультика, превратиться в Бэтмена или принцессу. Взрослым тоже есть из чего выбрать. Разнообразные наряды Снегурочки, Деда Мороза, лесных жителей позволят воплотить практически любой образ для карнавала. В модной школе даже самые маленькие найдут наряд для торжественного выхода в свет. Для дошколят размерный ряд от 26 до 30. А для ребят постарше костюмы для праздников от 30 до 50. Детская одежда рассчитана на любую комплекцию и на все возрастные группы. В нашем магазине представлена одежда только российских производителей.
которые подтверждают свое качество соответствующими сертификатами. И цены приятно родителей удивляют, так как мы являемся официальными представителями тех фабрик, продукция которых у нас представлена в магазине. Выпускной бал – время превращения бывших школьников в уже почти взрослых мужчин и женщин. Красивое платье или костюм – неизменимые атрибуты последнего школьного праздника. В магазине большая коллекция вечерней одежды, которую можно заказать заранее по каталогу. Все заказы будут приниматься в единственном экземпляре. В модной школе можно сделать ребенка любого возраста красивым и счастливым. Город Анапа, улица Новороссийская, 281. Тема избыточного веса и ожирения в последние 20-30 лет настолько актуальна для человечества, что идет лавинообразный рост чудодейственных способов похудения. Обыкновенному человеку во всем этом разобраться чрезвычайно сложно. Каждый день появляются новые диеты и препараты, гарантирующие навсегда на 100% избавить от лишнего веса. Гаврилов Михаил Алексеевич, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, первый в России защитил кандидатскую диссертацию по проблеме снижения веса. Автор множества патентов, научно-популярных книг по вопросам снижения веса, постоянный гость ведущих телевизионных каналов России и зарубежья, имеет награды, дипломы международных организаций. Более 18 лет помогает людям, имеющим лишний вес, вернуть стройность, красоту и здоровье. Ожирение как психосоматическое заболевание может иметь несколько совершенно разных причин. Это и пищевая зависимость, это и роды, это и стрессы, это генетическая предрасположенность. И сочетание нескольких причин, как правило, дает нарушение веса. Чаще всего стрессы, кризисы, как личностные, так и мировые, заставляют человека использовать еду как средство защиты, как средство успокоения. Ожирение является хроническим заболеванием, и не все люди могут избавиться от него легко и быстро. В мировой практике рекомендуется сопровождать человека, снижающего вес, несколько лет, даже после того, как его вес уже стал нормальным. Это помогает предотвратить набор лишних килограммов. По данным Всемирной организации здравоохранения, при самостоятельном бесконтрольном снижении веса через год сохраняют свой результат всего 5% людей. Наши клиенты сохраняют свой нормальный результат в 80-90%, если находятся под контролем специалистов. Это как раз в первый день тренинга, когда я пришла в Центр снижения веса доктора Гаврилова в июле 2009 года. Фотография как раз вот прям в этот же день снята. Да, вот я такая была, 159 килограмм при росте 170, и сейчас у меня 69 килограмм веса. По моему теперешнему опыту я точно знаю, что снизить вес легко. И этого добиваются очень многие. Ну, у меня работа активная, я в школе работаю. Но сказать, что я много двигалась, было просто очень тяжело. Просто физически было передвигаться тяжело. А что вас подвигнуло на 90 килограмм похудеть? Я принесла сюда свою вот вещь. Это вот мое прошлое. А это мое настоящее. Самой важной причиной это было здоровье, конечно. И хотелось, чтобы мой ребенок был счастливым. Я снизила вес за год и месяц, ну, достаточно так быстрые темпы, и более 10 месяцев удерживаю, сохраняя результат, и здоровье мое, ну, изменилось качественно. У меня было 220 на 110, сейчас у меня 110 на 70. У меня, я не знаю, куда-то пропали, исчезли ингаляторы от астмы, у меня нет астмы. У меня закончился аллергический полинос, который вот бывает в апреле-мае, когда я не могла выйти на улицу. У меня перестали быть безумными отеки, когда от носочков или от гольфа остаются такие резинки, которые не проходят там сутками. Ну, я не знаю, в общем, можно перечислять, да, ультразвуковое исследование показывает там колоссальные изменения в лучшую сторону. В принципе, я сейчас себя ощущаю здоровой, молодой женщиной. Естественно, у меня очень болели суставы, у меня было повышенное давление. У меня был очень большой объем живота, 136 сантиметров, это висцеральный жир. То есть в области живота собрался. И, видимо, тоже давило на внутренние органы. В общем, самочувствие было очень нехорошее. Последней каплей, подтолкнувшей меня в центр снижения веса, снижая, собственно, вес, стало то, что меня стали называть женщиной. Но не в плане женщина, а в плане тетка, как-то вот неприятно. А в душе я чувствовала себя девушкой. Мне тогда было 32 года, и я никак не чувствовала себя теткой. Поэтому вот это подтолкнулось, стало последней каплей, и я пошла снижать вес. А до этого я сотню раз видела рекламу по телевизору и не верила, что можно настолько успешно сбросить вес.
Да еще так намного, и еще и без запретов. Я хочу сказать, что не только в питании дело. Если в жизни ничего не поменять, не добавить ничего, то вес вернется обратно. Добавить я что, упражнения? Нет, не упражнения, удовольствие. Ну и активный образ жизни, конечно. То есть если я буду там так же сидеть дома и ничего это вы. Не менять, это я. Не ждите, пока избыточный вес разрушит ваше здоровье, красоту и самооценку. Не позвольте обстоятельствам помешать вашему желанию снизить вес, а значит восстановить здоровье и красоту. Используйте опыт профессионалов Центра снижения веса доктора Гаврилова для достижения своих целей и нового качества жизни. Позвоните по телефону, и мы запишем вас на бесплатную консультацию.